Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня, со мной вместе, как видите, в левом уголке спряталась привет. Та привет. Самая моя помощница и сейчас ведущая своего канала. Нести Ноу. Нести, который Ноу. Почему которая? Нести, у меня канал. Потому что Нести все время Ноу. Ну и, ребят, мы сегодня просто решили так поспоминать немножко, поностальгировать. Как мы помним, ровно год назад у нас тут Нести Ноу нас покинула, как мы помним. Вот такая вот она коза взяла предательница и покинула нас. Да, ребят. Я покинула, мы записывали 17 числа последнее видео со мной. Да. Нефрит на канале можете найти. Так, да, это по серию Сэм, да, последнее видео с Нести Ноу. Да, ребят, раскроем вам тайну. Мы с Нести Ноу расставались на 2 недели. Да, это не поболезненно уходило, ничего. А именно мы расставались. Да, у нас были, так сказать, семейные неурядицы. Да, сегодня мы можем это на канале поведать. Раньше мы это скрывали, а сейчас решили уже раскрыть занавесу тайн. Сейчас мы счастливая пара, мы вместе, у нас все отлично, у нас все зашибись. Да. Чего-то она молчит, вот эта сучка, крашеная. Да почему молчу, я не молчу, во-первых. Да, и что, что крашеная? Что? Ну и ребят, да, у нас были такие вот небольшие моменты, что мы расставались с ним, причем причины были свои личные. Ну... Как вы помните, Нести Ноу у нас вернулась на канал, и все замечательно. Нас поперли новые видео, новые видосы. Да. Новые образы. Да, именно так. У нас именно все это было как-то вот спонтанно. Да, вот это вот реально вот произошло как за 17 декабря. И потом Нести Ноу, как у нас вернулась в январе, по-моему, числа 4 или 5. По-моему. Где-то в начале. Да, да, да. То ли 4, то ли 5. Будем было... так говорить, потому что не врать, чтобы какое число это было. Я именно точно сейчас не помню. А давайте, кстати, глянем. Какого Нести Ноу у нас вернулось? Можем сейчас же как раз и вспомнить. Найти на это видео, когда она у нас вернулась на канал. По-моему, это был Дюк. Это был не Дюк, это было именно твое возвращение просто. Запись видео. Под garbage, sex is not the enemy. Да, да, да. Да. Вот видишь, Нести Ноу себя даже не помнит. Нет, я она помню, себя просто... не помнит. Она не я помнит себя. Я имею запись игры имела в виду. Давайте сделаем плейлисты. Мы можем вот так вот найти. По запросам. Найдет ли нам YouTube это? Наши видео. Вообще-то Нести Ноу пишется большой буквы. А, ему без разницы. С большой, не с большой, ему хоть с большой, хоть с небольшой, он все равно будет искать с маленькой. Да. Вот пожалуйста. Он. Это было. 11 да? месяцев назад. Это чуть не год. Ну, не год. 4 января, видите? Я был прав. 4 или 5. Ждите, я все помню. 4 января, да. Она вернулась, Нести Ноу. Да, 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 она вернулась у нас на канал. Нести Ноу с нами. Да. Всем привет, дорогие подписчики. Да, это был как раз тоже новогодние каникулы. Да. Да. И она как раз, видите, вернулась 4 числа. Потому что 3 числа мы с ней помирились. Погуляли, расслабились. Да. И все отлично, у нас понеслось. Да. Стали появляться новые интересные видео на канале. К примеру, как вы Silent Hill, да, второй Silent Hill мы прошли вместе. Пробежали еще 4-й Silent Hill. Потом начали что мы еще? Проходить первый, но как-то не пошло. Ну, не то, что не пошло, ладно, что-то мы еще с тобой бегали. А что мы еще бегали? А, она еще в Дюке немного поснималась. А что ты же, где-то я же еще была. Где-то ты еще была, да? Где-то еще какая-то еще другая игра. Как ни странно, да? Какая-то еще другая игра. Вот надо опять зайти на канал и посмотреть. Дум был еще. Дум, по-моему, я один бегал.
Без тебя? Нет, Без тебя. какие-то видео Brutal Doom это я без были тебя. со мной. Какие-то видео были со мной. Я А, помню. ну были, да. Точно, не поспорю. Надо полистать, наверное, плейлист на стоп общий. Именно так. Именно так. Сейчас мы зайдем. Плейлисты. Плейлисты. Да, найдем наш плейлист. New Fred и Nastinow. Nastinow, так вообще есть правильно. Nastinow. Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Да-да-да, а как вы, ребята, помните, да? Как это все появилось, как это все зародилось? И сегодня будет немного такой сюрприз. Во-первых, это будет сюрприз для моей девушки, которой я обещал сделать что-то приятное. Ну и... Короче, ребят, сегодня со мной вместе участвует в записи видео моя девушка Настя. Ау. Всем привет! Да, и вот тогда еще не было у нее ника, как мы помним. Да, отлично. Мы придумали уже на втором походении. Не забываем, да, ставить, конечно же, да. Люба, мы сегодня, да, кстати, мы сегодня проходим легендарную старую игру. Да, Far Cry мы так и не закончили. Возможно, мы вернемся еще к нему. Так но, что как мы видим, следите за новым видео на канале. Так мы видим, это началось у нас все с 4 октября 2018 года. Да, и мы с ней пробежали, как мы знаем, серию Сэм первый. Первое пришествие. Ну да. И начали проходить второе пришествие. Ну, так и не закончили. Да, ну и так... вот Silent Hill тут а как раз. Там... И вот как моё раз видео это был... Вот там оно видео. Было. Какое твое видео? Там было мое, я пою. Вот это последнее видео с Нефом и Нестей. Подписчики и гости моего канала. Вы как вы слышите уже по голосу? 87, с вами Неф. Сегодня мы продолжаем прохождение безумного Сэма. Да, тут я убитый по голосу. Тут мы оба убитые по голосу. Хоть и пытался, ребят, шутить, но будем. Это было не так. Ну, уже поводом было. Ну, если интересно, можете как-то раньше проходить серию Сэма и вот это последнее видео. Да, вы можете, ребят, разница очень большая. Но, ребят, как вы видите, мы снова все-таки вместе. У нас все Пата! Лопата. Лопата. Хроно Кросс начинали проходить, да. Вот. Это вопрос, я не знаю, что Стеф, будем мы возрождать его или нет. Ну, надо будет снова там пробежать некоторые места. Можно будет вернуть. Но это все тоже. Так, кстати, кошки у нас жгут. У нас тут многие еще есть видео, где мы просто снимали. Ржачные, вот прикол про 9 мая, про винду. С Москвой, ну, с Кремлем. Да. Вот и Doom. Да, четвертый вот Silent Hill. Сталкеры начинали, кстати, да. Сталкеры мы, возможно, тоже да, возродим. Да. Но, скорее всего, мы возродим... Ну, вы узнаете, что мы возродим и... Следите за новыми да. видео на канале. Именно так. Ну, а сегодня, ребят, мы хотели бы вас еще порадовать небольшой демочкой. Да, да. Ребят, да-да-да. Мы же все алдячники. Мы знаем одну из... Помним старые добрые игры. Да, который мы играли на Денди. На старой доброй Денди. У нас не было этой NES. Мы не знали, что такое Nintendo. Мы знали Денди, блять. И все, вот этого слоника. Денди, Денди, мы все любим Денди, Денди, играют все. И поэтому, ребят, фанатская игра есть. Охренительная. Черепашки ниндзя. Много уровней. Да. Люба. Да, не забываем ставить Люба, потому что мы на канале сейчас... На канал, оставляйте ваши комментарии, там колокольчик нажимаете, ссылки все есть в шляпе канала. Заходите, подписывайтесь, вступайте в группы, мы будем вам рады. Это точно. Ну и мы начнем тестинг. Да. А что в окошке? Что такое маленькое? Мне не нравится, надо сейчас расширить. Но это только в самой игре. Сейчас запустится игра и пойдем. Uh-huh. Ну, в смысле, сделаем окошечко. Teenage Mutant Ninja Turtles. Rescue your Palooza. А музычку, да музычку. Шредер.
Так, давайте option. Так, нам надо сайт там. А, вот вон оно, видео option. Не видно, нам надо. Давай. Во. Во. Все, теперь видно хорошо. А тебя не видно будет. Так. Ребят, в данный момент я сейчас, наверное, прерву видео. Но мы сразу же с этого же момента и продолжим. Вот, ребята, мы вернулись. Сейчас вот все сначала, все вы увидите не в окошке хоть. Да, на полный экран. Мы будем сейчас играть. Черепашкой будем играть. Да, сыграем один уровень. Это будет просто для вас затравочка. Реклама! Что, да, в дальнейшем мы начнем. Пицца тайм, да, будем проходить эту игру на канал. Во время пиццы. Так, блин. Кстати, ребят, пишите в комментариях, кто у вас любимый герой из черепашек. Микеланджело! Шредер! У каждого свой! Так, с control option. Так. Up, вверх. А, S, D. А, S, D. Окей. А если я... Если я... Так. Так. Окей, от атаку, если я сделаю. Здесь D, к примеру, да? Special attack. Сделаю. S? У меня была S. Нет. Jump я сделаю пробел. Да, пробел. Вот. А ты можешь просто быть? Ну, мне так удобнее просто будет. Ну, окей. Ну что же, я думаю, мы начнем, да? Да, конечно. New game. А мы начинаем. Поехали, да. Story mode. А тут нельзя выбирать. Да, да, тут можно вчетвером, ребята, Леонард, играть. Вот в чем прикол этой игры. Ты все равно будешь за Леонард. Welcome, my students. It's time to begin today's training session. Короче, начинаем тренировку. Это типа обучение начинается. Да, default team, use the cannon, because... Короче, простой атакой захерачить вот этих вот. Бдынс, простой. О, бля, короче. Well down. О, я нашел кнопку с одной, чтобы не прыгать. Смотри, прыжок и вот это вот, чтобы вот так делать. А я нашел одной кнопкой как это делать. Круто. Так, разбег, разбег и атака. Хочет. Так иди сюда. Да куда вы, сволочи? Да. Все, победили. Now follow me. Эй, можно хоть что-нибудь прочитать? Давай. Жух. Я перепрыгнул. Он написал forward, forward. Типа и jump. Я уже перепрыгнул. Так, кто там на меня еще следующий? Такс. Прыжки и атака. Просит от меня. Так. Блин. Да куда вы все? Бум. Они не всегда с тобой сразу. Они уже тебя боятся. Well done. Джампы, так, ага, коронка, типа, такой, которая была во второй части, типа, коронки. Супер удар. И как понял, в третьей части супер удар отнимал жизни у нас. А это смесь какая-то второй и третьей части. Тут все уровни из первого, из второго, из третьего. Короче, вообще, ребят, тут огонь. Так, что от меня хочет? А, супер атаку? Нет, супер атаку. А, вот так вот. Это из третьей части можно было вот так, с одного удара убивать. Выкидывай их через себя. Вот так вот в третьей части игры можно было их убивать. Well done. Чтоб взял и перекинул, и все, он умер. Спешл атак. Все. Окей. Спешл, спешл. А я. Все. Стоило-то. Да. Well done well, my students. Но только на Дэнди никто не разговаривал. Ну. О, тихо. Да. И смотрите, заставочки-то какие. No, this is a game.
Yes, this again. Only this time to commemorate the 30-е, короче. Короче, я не хочу это читать. Ребят, кто хочет, это может почитать. На паузе. Да. Донателло охерел. О, там, видите, еще позади. Он всех этих поймал. Персонажей, которые мы знаем из мультиков, из игр. Ирма. И я Ирму. Тут и жабы эти, и Кейси Джон. Да, да. Эйприл, естественно. Да, и, кстати, ребят, хотел сказать прикол. Когда мы их спасаем и кого мы побеждаем, становится на нашей стороне. Мы можем играть за них. Да, мы можем играть за них. Вот это прикольно сделано. И здесь сделано как реально, как комиксами. И можно сделать, поиграть, как испытать каждого героя, которого мы побеждаем или которым мы можем поиграть. Здесь сделано как по мультсериалу и по комиксам. Вообще прикольно. И по игре. Это, короче, смесь всего. Всего нашего детства. Ну куда мы пойдем вначале? Давайте пойдете в север. Ну, то бишь, в канализацию. В север пойдем. А мы уйдем на север. Еее. Ой, теперь я могу выбирать. А тут можно уже выбирать. Да, я выбираю Майка, конечно же. Ну, это любимый персонаж у Нефа. Да. Да? Как, да? Видите? Да? Как это, как в мультиках начало. Да. Так, это 7 часов. Так, блин. Огненный человечек. Идите нафиг. Это ты, бедак. Никогда вас не любил. Я вообще никого не любил. Ай! А что-то летит. Да этот шар этот. Это нога какая-то летит. Так стопа. Клан-то какой? У Шреддера-то. Что, забыла что ли? Клан стопы. А, да. Клан башлоники. Ой! Отличная тактика свалить просто оттуда и все. Ну да. Так. Бьем лягуху нафиг. А чё я даже коронку не сделал? О, коронки тебе. Я даже не заметил это чудо. Оно лизнуло тебя язычком. Это ликер. Кто не знает, ликер это персонаж. Блин, ни хрена себе вшатал. Коронки то, кстати, не тратят жизни. Ну иди сюда, дайте хоть коронки тоже. Кавабанга! Причем, кстати, пицца тайм. Съем фильмов этих самых всей пашки. Так, кто тут первый босс? Каких-то новых мультиков. Страшные черепашки. Блять, это же чужие-то эти. А музыка-то из первой части, когда битва с боссами. Да ты... Прыгучий. Я отпизжу все равно. Та-та-та! Так. Я его отмудохал. Да. Пол хп у меня осталось. Урки! Победили. О, ни хрена. Это кто? Крысы пошли. Блин, а крыса, которая еще крыса. А чё крысы нас бьют? У нас же сплинтер, он тоже только крыса. Крысиный король. Да, а чё он их не дрессирует? Так враг будет, по ходу дела, здесь сейчас главный босс. О, обычные солдаты. Блять. Нихера, чё необычные, они вон только чё стреляют. Так эти-то... Так они и так стрелять могли. Ты чё, не играла что ли? Мы с тобой проходили вторую часть. Я же говорил, красивый король. Red King. Бадейшн, блядь. Вот это уже музыка. Блядь, оно трубочки играет. А музыка вот это из третьей части уже. Битва с боссом. Музыка-то здесь главная, как и в мультике.
когда он призывал крыс. Сука, ты, блядь. Что он, у него главные бьет, эти бьет удары. Сильно. Сука, да, он меня один раз убил. Но он же мигает, то есть если просто. А ты не видишь, что ли, его надо. Этот жизни-то? Сука, упрыгал. Все, готов. Сплинтера спасли. Привет. Добра! Меня он крутится на панцире. Вот видите, можно тебе за сплинтера поиграть, можно поиграть за вот этого чувака. Спасибо, короля. Ну вот, ребят, да. Ну, и на сегодня это будет все. Затравочка запущена вам. Теперь вы можете ждать, что мы будем проходить эту игру. Нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропускать новые. Это точно. Как видите, тут есть и шестой канал, и измерение X, и пляжи всякие. Ух, и парк. В общем, будет еще много интересного. Да. Заходите. Как я знаю, вроде бы тут 63, что ли, уровня. Короче, по сравнению с это, короче, будет нечто. Да, и следующая будет игра, чуть больше жизни будет. Я ее, ребята, взломаю. Потому что просто так я заколебусь. Спалился. Да. Спалился. Ну и да. Всем до новых встреч. Пока-пока. А, не забываем ставить любо. Да, не забываем ставить любо. Подписываться на канал, ставить комментарии под этим видео и всем, какие есть на канале. Смотрите, будет интересно. Именно так. Ну и всем до новых встреч. Чао. Пока-пока. Let's rock.